Дорогие друзья, дамы, господа, коллеги, мы сегодня собрались по случаю праздника дипломатического работника России. В истории русские и российские дипломаты сыграли значительную роль не только для самой России, и для многих стран, и для стабильности мира. Сегодня в мире все очень быстро меняется, все очень интенсивно меняется, и во всех странах стабильно, мирно. Но дипломат не только во Франции, в Германии, в Америке выполняет свои службы, они выполняют также в Египте, также в Сирии и многих нестабильных странах. Мы, дипломаты, не только служим, выполняем миссии для своих стран, мы, дипломаты, также выполняем миссию для страны, в которой мы пребываем, на которой мы служим. Российские и русские дипломаты, как Горчаков, как Добрынин, как Громыко, играли очень важную роль. И, дорогие друзья, без многих слов разрешите от имени консульского корпуса, от имени всех дипломатов, которые работают здесь, в нашем великолепном городе, в Санкт-Петербурге, поздравить всех вас и прежде всего всех дипломатов России с таким замечательным праздником, от всей души пожелать самых лучших добрых пожеланий. Спасибо.